Это беголет, сделанный на специально созданный Killer Rush. Так сказать, моя дизайнерская работа, как, не только конструктор, как и дизайнер. Это подарок организаторам и всем участникам выставки. Ну, выставка — это большой такой колье или такой большой браслет золотой, а это, ну, маленький такой камушек этого браслета, который, я думаю, что не менее красочный, чем что-то другое. Мы подарили его, и название команда придумала, думали долго, и в результате родилось название Green Fly. Почему? Потому что это аппарат полностью экологически чистый, он передвигается на электрической тяге по земле. Это электромобиль, самолет с мягким крылом. А по воздуху он летает с мягким крылом пропланерного типа, тоже на электротяге. Таким образом, он будет использоваться в экологически чистых районах, в курортной зоне, где люди смогут и отдохнуть, и в то же время на нем можно оказывать и поддержку, и помощь, и какой-то мониторинг, и выполнять определенные задачи по аэрофотосъемке, контролю за животными, кормлению, без выхлопов и дыма. Он очень легкий и доступный для всех. И, пожалуй, я думаю, что в России он точно первый, возможно, даже и в мире.